Да, в этом году очень интересная зима. Вот 19 января, река Дон, недалеко от поселка Шилово. Льда нету, в общем, ни по окраинам, нигде вообще. Да и снега особо нету. Так, какие-то проплешины остались. И все, а в остальных местах он стаял. Вот хожу, попробую на боковой кивок ловить. Пока, как видите, эффекта особенного нет. Вот кусочек льда. Вот там под деревом стоят мальки, наверное, правда не будет видно. А уровень воды-то по сравнению даже с летом упал. Вот это место. Видно, что воды стало меньше. Обычно она заполняется, вот эта чаша, полностью. Ну, только такие льдины тут проплывают, больше ничего. Пока поклевок вообще никаких не было. Несмотря на то, что вроде бы тепло. 0 плюс 1. Все равно руки мерзнут. Ветер какой-то противный сегодня. Ну и как. Если бы хотя бы что-то ловилось или клевало, конечно, было бы потеплей. А так. Что-то холодно. Ну ладно. Больше напоминает, конечно, ноябрьскую погоду. Все это дело. Но никак не 19 января. Ладно. Пойду дальше еще. Пройдусь. Есть у меня тут супер снасть. Не знаю, что это такое. Вроде как должно работать хорошо по окуню. В общем, с боковым кивком вышла неудача. Ну, не то что с ним. А просто нет поклевок. Есть вроде какая-то мелочь, которая стоит возле берегов, но поклевок нет. И все тут. Сейчас попробую на донку. У меня донка в машине лежит. Может, на нее что-нибудь клюнет. Хотя я уже сомневаться что-то начал. Но все равно домой пока еще ехать рано. Сейчас попробуем. Может быть, пару каких-нибудь прекрасных рыб я все-таки поймаю. Так. Грязище, конечно, по берегам. Кошмарное. Зато вот грибы растут. 19 января, посмотрите. Вот. Среди каких-то пакетов вырос. Или поганка, или что это. Зато места хорошие для отдыха. Ну, для ловли, я не знаю. Мест таких еще, наверное, не придумали.
Попробую возле моста половить одним словом. Сейчас заброшу. Посмотрим, к чему оно приведет. В общем, все время хотел сапор моста половить здесь. Ну вот, сбылась мечта. Ну, как видите, все так же безрезультатно. В общем, в январе рыба как-то на донку не очень хочет ловиться. Хотя на что здесь ловить, вообще непонятно. Красотища. Река Дон, январь. Все как обычно, в общем.